Наблюдаю южный рубеж. Виадук переградили, там у них КПП. Две турели держат проходы с юга, востока и запада. Наблюдательные вышки. У них полно бойцов и в пределах периметра, и снаружи. Передайте Бенитосу, на вокзал нам не проникнуть. По крайней мере, в лоб. Поговорим о центральном вокзале. Там теперь сидит батальон и контролирует все окрестности. Мощная охрана, автоматические турели, настоящая крепость, черт бы их побрал. Они сделали вокзал своей передовой базой. Там теперь полно солдат и оружия. Все необходимое они подвозят на метро. Если бы в метро спустился небольшой отряд, ну то есть ты, то можно было бы попробовать пересечь периметр и отключить турели изнутри раньше, чем противник успеет опомниться. А потом вокзалом займемся мы и приложим к этому все силы. Если ты возьмешь на себя турели, мы нанесем мощный удар по батальону. Центр управления где-то в полукилометре к северу по восточной ветке. Когда разберешься с турелями, мы пойдем на штурм. Удачной охоты. Агент, я поручил одному из своих людей связаться с тобой. Он проведет тебя по тоннелям и под периметром. Как только попадешь на их базу, выводи из строя турели. Теперь все зависит от тебя. Дела не лучше. Настолько плохо? Ну да. Только я тебе этого не говорил. Внимание! Перехват радиопереговоров. Титан, это Гадюка-1, прием. Гадюка, прием. На вокзале над нами идет перестрелка. Гадюка-2 не отвечает. Держитесь, Гадюка-1, высылаем подкрепление. Получено радиосообщение от ЭГ. Их разведчики засекли штурмовую группу. Мы не можем начать штурм, пока эти турели работают. Понял. Держать позицию, сержант. Перехват радиопереговоров. Титан, это Гадюка-3. Противнику южного склада боеприпасов. Вступаем в бой.
массированный обстрел! Батальон! Черт! Какого хрена? Все в укрытие! Агент, все плохо! Кто-то попал в газопровод! Времени не остается! Нужно немедленно отключить турели! Третий ствол слегка нагрелся, а так все нормально. Что там с тоннелем? Газопровод рванул, пожар локализован. Штурмовая группа. Их всех убило взрывом. Всех из гадюки тоже. Кто-то вернулся? Никак нет. Райли пошел проверить. Получен доступ к системе управления средствами обороны. Отключаю турели. Есть! Периметр отключен. Теперь помоги штурмовой группе закончить зачистку. Внимание! Перехват радиопереговоров. На центральном вокзале мы под сильным обстрелом! Турели отрубились, а нас совсем мало! Нужны подкрепления! Держись, солдат! Подкрепления уже идут! Смотри за правым флангом!
находимся рядом с тобой. Я рад, что сражаюсь вместе с тобой. Мы не можем гарантировать безопасность. Не выходите из дома после наступления темноты. Всем бойцам ОТГ, к вашим позициям идут свежие силы батальона. Всем занять оборону. Держитесь! Внимание! На нас идет противник! Занять укрытие! Мы обязаны удержать эту точку, иначе все было зря! Отряд Альфа, спускайтесь! Thank you.
от радиопереговоров. Отступайте! Повторяю, отступайте! Они слишком хорошо окопались! Всем бойцам на вокзале отступайте на КПП «Гектор Альфа»! Центральная, отвечайте! Сэр, они отступают! Мы его отстояли! Ха, посмотрим, как Близ на этот раз выкрутится! Парни, я горжусь вами, черт побери! Это победа! Какая-то сволочь из батальона сняла на смартфон их методы работы. Зрелище мерзкое. Некоторых ребят я знаю лично. Но мы должны знать, с кем воюем. Не знаю. Как-то это... Еще раз все по порядку. У меня есть информация. Отведи его к капитану. Посмотрим, что он знает. Понял. А ну вставай. Вы об этом не пожалеете. Эй, ты! Эй, дай сюда! Кто к нам пришел? Ого, да это же наш завоеватель. Я не думал, что выполнить нашу просьбу вообще реально. Но теперь у моих отрядов быстрого реагирования развязаны руки. Неплохо для федералов, да? Да не то слово. Посмотри. Все наши преступные группировки разбежались. Кое-кто еще остался, но их теперь там намного меньше. И это заметно. Жители перестали бояться выходить из домов. ОТГ помогла ЦРУ снова развернуть пункты поддержки населения. Люди выстраиваются в очереди за едой и медицинской помощью. Наши дела наконец-то пошли в гору. Я тут видел парня, у него был ресторанчик в Квинсе. Так он уже думает, когда можно будет снова открыться. Прикинь, если прищуриться, как будто снова похоже на Нью-Йорк. Чудеса. Ладно, хватит себя поздравлять. Еще остался этот скотский батальон, у меня много работы. И у тебя тоже, агент. Действуй. Эй, ты просто молодец. Тут нужно кое с кем разобраться. Все работает как надо. Назначаю тебя моим главным агентом по наведению марафета. Только не подставляйся.